Привет всем! Сегодня хотел показать Shimano предпоследней модели, как она подсоединяется. У последней модели в моторе штекер стоит. Это не последняя модель, поэтому он подсоединяется как положено здесь. Но если вы увидите здесь все три штекера, они подсоединены, поэтому используется разъем специальный, вот такой, где его конец вставляется в разъем приборки, а в него уже другой разъем. И для этого используется у Shimano специальные съемные, вот такие вот. Это чтобы удобно было вставлять, и одной рукой неудобно. Вот этот штекер вставляется вот сюда, и так удобно вставлять. А этим концом удобно вытаскивать заглушки или тот же штекер. Сейчас я программу покажу. После того, как загрузилась программа, включается дисплей. Говорит о том, что штекер, естественно, не вытаскивать. И у Shimano мы имеем мотор, кнопки. В данный момент у нас две кнопки, потому что здесь электронная система переключений на 11XT. Также программировать можно переключатель и, естественно, сам спидометр. Где красным написано «Актуализировать», мы можем их актуализировать, а потом будем сбрасывать ошибки, но их здесь нет и не будет, потому что это узварно практически новая, она проехала, по-моему, 800 километров. И дальше мы поставим сервис следующий через год, либо через 2000 километров, в зависимости, сколько сейчас будет километров, потому что это может быть первое обслуживание, сервис, а может быть вторым. После того, как мы нажали актуализировать, выбрали, что нам актуализировать, и пошла актуализация. Сейчас он будет полностью весь софт проверять на наличие ошибок. Может, обновление предложит, что навряд ли. Хотя это предпоследняя модель. У новой модели штекер очень узкий, поэтому многие не любят с Shimano работать. Вот он, вот такой узкий. Ну, будет новая модель, и я запишу видео с новой моделью.